Она все еще пищит. Хватит! Может, ее утопить? Не знаю. Сегодня будет жарко. И аншлаг просто. Это приехали сварщики, которые будут делать фундамент Артема под гараж. Скоро приедет экскаватор. Уже строители приехали потолок делать. И кубик. Уже запарился, скажи, да? Будет что-то. А еще надо как-то Вязьму доехать. Ой, как мышами запахло. Чуть-чуть. Так, я пошел у доски носить. А, тебя надо пропустить, сейчас ага. Залезу. Да. Посмотри, да, тут уже жарко. Ой, тут дышать нельзя, да? Ну, дышать можно, но трудно. Угу. Чё, Слав, пригодится это USB? Нет? Ну ладно. Ай-яй-яй. Осторожней. Ну да, да, давайте так. Мне нужна такая штука. Тут еще одна вон. Да, да, да. Да, там маленькая. А вон тут она самая, это щебенка. А там она уже под границей, я думаю, не мешает. Давай, давай. Артем, она точно мешать не будет? Вон так? Да. Там, а, ну хорошо. Там тоже не будет. Да, не, ну, у нас есть и вот линия. Да, да. Угу. Ай, не зацепили. А что с ней? А. Там корешок еще маленький совсем. Ну да. Ее поцарапало сильно. Thank you.
А да, сейчас польем. Сейчас надо досыпать ее. Елочка на всякий случай решила спрятаться, да? Жарко и страшно, скажи. Тебе жарко, да? Жарко. А потому что там экскаватор машет. Тебе жарко. Волнительно, да? Ну, я не знаю, куда тебя спрятать от жары, Ёль. Бедная сова, пугова. Да, ну нормально. Ты, главное, не переживай сильно, тогда это будет хорошо. Да, суета. Ты под куст пришла? Да не под тот. Тут же печет. Ты чего? Копают там, да? Да? Держишься за землю? Я не знаю, как тебе помочь. Очень жарко сегодня. Да, видно, как землю кидает. Что там? Хочешь, в дом пойдем? Пойдешь домой? Бедная сова, жарко. Давай, я тебя домой сейчас заберу. Да, привели сову. Это сейчас надо все срочно убирать. Она же терпеть не может фаленопсиса. У нее там личные к ним счеты какие-то, да? Жарко очень, сова. Да тут тоже, но тут 25 пока. На улице все 30. Экскаватора тут зато нет. Спрятали сову. Так, ладно, сейчас займусь. Не знаю, куда их ставить, пока, наверное, поставлю в комнату. Да. А иначе как? Ёль, главное не нервничать. Ты вот из-за нервов вся перегрелась. Да. Давайте водички сейчас дам. Хочешь? Слюни. Бедная сова. Ну, морожке же не жарко. Она нормально себя чувствует. Пипец суета сегодня. Я вообще... Сова боится экскаватора. А жарко, ей плохо. Я ее в комнату принесла. Она ненавидит орхидеи. У меня все подоконники в орхидеях. Да, все, все, все. Да вообще. Так надо ехать в Вязьму сейчас. От столбняка прививку. Сейчас его еще госпитализируют на сутки. Зачем? Не знаю, но хрен знает. Ты рассказал ему, где этот рынок отлично. А там еще же будет, да? Ну вот сюда вот продолжать. Да. О, нам пополнение. О, еще. А тут прикольно можно сделать где-то. Да, да, да. А? Следующий вот так прямо, вот. Подожди, прямо еще одну.
И там сколько хватит. Наверное, надо вот сюда вот. Спорим, это будет альпийская горка? Нет, это будет еловая кучка. Еловая кучка? Ну, я сюда хвойные буду сажать. Слушай, я вдруг тоже не знала. Почему? Потому что раздетый? Да. Пошли в дом общаться. Пойдем, тут надо... А? А говорили, грунта не будет. Да. Все, сова остыла, сидит такая хорошая. Да, там копают изо всех сил. Морошка спит. Уже, скажи, неинтересные ваши совы. Скучно. Непривычно, окна пустые. Всю зиму с пустыми окнами нормально было, а сейчас уже непривычно. Земли очень много, грунта там, вон они. Это уже четвертая машина. Ну, вот такой объем. Высыпают в кучу у нас на участке. Теперь у нас из окна вот такой вид на кучу. Но я планирую здесь сделать тоже такую клумбу с хвойными растениями. Она должна быть приподнята. Это все мы растащим. Там Андрей, если что, приедет, нам еще и трактором растащит эту почву. Ну, просто выкидывать ее за забор, это... Здесь очень сложно найти грунт хороший. Сначала думали, там глина будет, а на самом деле там вот такая земля. И еще будем прокапывать вот от дома до совешни траншею под водопровод. Из дома будет заведена холодная вода туда, чтобы зимой было тоже. Вот так. Так что елку я убрала из вольера, потому что ей сейчас с той стороны ее пугает этот экскаватор. А потом с этой стороны еще подъедет. Поэтому пусть вот сидит, спит. Заботушка. Пока здесь прохладненько. А, уже 26 градусов. Ну, все равно прохладнее, чем на улице. Орхидеи сейчас все вот здесь стоят. Вот они. Временно. Сидит такая. Надо дверь в комнату закрыть. Так выглядит у нас плодородная земля. Ну, вообще не чёшная. То есть в ней растет.